бросать как бы уже жалко. Не, ну что, я когда на ДК играл, я на чумную метку потратил 400 баджи. С первого раза крутанул. Я кисти на кота кручу до сих пор. Завтра будет уже 80-й прокрут ебаный. Пиздец, вот вы, блядь, казино рояль, нахуй. Как вообще? Блядь, мне с первого раза вообще выпало. Ну, уже вырыли этот реген энергии рано или поздно. Давайте, пати. Сейчас, секунду, добегу к вас дать. Че там, желающие еще появились? Нужен след. Сейчас я посмотрю. МПВ бери. Если никого больше нет. Вдруг, да? Вот там еще, блин, бич хантов появилось дохуя. Десятку пойдете. Я могу зайти хантом. Десятку будете. Куда чилить? А ты че, Леха, соскочить захотел? Не, нихуя, давай врать. Если ты чилить пойдешь, то надо будет чуповой на ДЦ заходить. Ты чилить или пройдешь, блядь? Ну, она хуман. Он, она. Оно. Он сейчас на ханте. Слава, у тебя, короче... Ну, если у него есть чарки ТТГшные, то ладно, я посижу на плести. У тебя в ночном дозоре, короче, РТДшником дохуя. Ну, бывает такое. И там и шипешников дохуя, а у меня вот нет шипешников. Пушистый, дурите 2 литра, анти-это хант, принимайте. Все, пошли в пизду, короче, да и бегут сами, пошли мы бы убить. Лёха, а что ты там с умом принимаешь, нет? Да 4 ну, человека не принимает. На фул пока. Фул. Да и похуй, пошли мы бы убить. Есть там какие-то, блядь, паладины, которые бафают. Вот я хиляю, Лингрен, литр пива, дайте там. Хотя бы каску кто-то, кто из вас бафает. По друиду, по себе. Кто пришел, нехай бафает. Суманите лука, пожалуйста, еще раз. Там... Кулаки, МП5 бафают. Я хиляю, и тыкни. А, койл уже тут. Нихуя вы прям уверенно так пошли на эту. Ну, конечно. На собаку нахуй. Ну, я не знаю это. По мне, в Дотрите? Или в ханте? Пока будь в ханте. Тебе на ДЦ же не надо никаких чарок. Я, мне уж полгода там ничего не надо. На холик это ТГ Бис, на ДЦ там тоже. А тебе, Жуки, что, ничего не надо тут или что? Вообще, блядь, шаманом зашел, хоть, сука, что-то себе порадовался, выбил бы, блядь. Какую-нибудь хуйню. Не надо. Ревностного? Какой ревностный? Не кожаный ревностный. Довольно редкое сочетание. Где там Ассалин? Слава, пусти меня в мире, бля, по-братски. Так, ну, сейчас. Так, ну давай в мили. В дру. Кто там еще в мили может быть? В дру побегаешь там? Да, матрасу могу побегать. Матрасу? Ну, да, надо, чтобы ДПС давал. Короче, ставь. Свои 12 тысяч я дам. Ну отправь ты меня и отправь и ДЦ Приста, самая имба. Тердру, ханты, мини, ДЦ Присты. ЛМФ, как минимум. Что это за любовь ДЦ Приста? ДЦ Присты там, блядь, живут как сути последние. Ты типа ничего не кастишь, ты можешь бегать в ебенях от рейда, ты не мешаешь, блядь, гейзерам, ты типа имба на миле. Так, этот чё, самый... Этот самый, блядь, тихо. Значит, первая, вторая пати. Начинаете слева с мили зоны, и еще дополнительно туда идут
DMX и МВДРУ. DMX шаришь, да? Что тут делать на фиолетовой метке? Был звезда. Был. Слава. Слава. А. Я говорю, Элимов ставь, они, блядь, шоками хуярят. Не надо Элимов. Нифига. Они бегают и шоками бьют, они ДПС не теряют почти. Да, конечно, не теряют, блядь. Слава, там уже... Конечно, не теряется. Освободить место потеряшки. Не знаю, насколько сильно. Слав, что мне, блин, найти в мире на хотели, нет? Я же сказал, первая, вторая пати, ты в первой. А, блядь, иди. Друид инвалида, давайте с шкаф субанем, блядь. Миралиса, у тебя есть, блядь, одна секунда, нахуй, даже полторы, чтобы закасить любой свой каст. Так и нафига идти Лему, если могут пойти до это самое, я уже сказал, блядь, кто куда идет, чего вы дрочитесь. Это, смотрите, будете падать, ебать, ну, я не знаю, 2-3 раза, нахуй, и все, и полетит ГП, блядь, охуеете. Вот, значит, еще раз повторю, первая, вторая пати в милизоне начинает. Где милизону поставлю сейчас, блядь, это вдруг, ой, блядь. Можете... Слава, возьми потеряшку, рависта. Там вместо по... жуки. Да. Блядь, вы задрочите, нахуй. Извините. А чё жуки у тебя, блядь? Чё тебе, уходить надо или чё? Или ты фуловый? Просто уступить хочет. Нахуя? Ну, чтобы ровист, наверное, улетел. Все есть отсюда на 3 спека. Блять. Хуя себе. Давайте быстрее, потому что я после этого трая, наверное, уйду. Нихуя себе. Вот это руфл. Ой, тыкни, пожалуйста. А чё рофл-то? Этот, милики, если чё, вы со звезды начинаете, вот, оттуда примерно. Так, как ты водишь, я не знаю, или по стенке, или прыгаешь, я хуй знает, Дед Мороз. Ну, смотрите, как он водит, сами там. Значит, еще раз. Еще раз, блядь. Получается, чё, потеряшка тоже в милизоне стоишь. Вот, два ханта, два друга. Вот, череп, крест. Брата. Да ебаный в рот, блядь, ебаная хуйня. Вот. У вас там дальняя позиция. И это. И еще идет МВДРУ. И DMX. Да, вот нормально. Все, остальные 13 человек здесь. Начинаем. Все готовы для отчета? 2, 1. Смотрим, на ком гейзеры будут первые. Или РДД, или мили, смотрим. Уже можете, вот. РДД. Вот, как дела, блядь? А ты я новичок в игре, все ясно. Коль, бегитесь. Можешь нихуя не говорить. Милики, смотрите, сейчас будут поезда, и на них... Вот это кто там словил, блядь? Давай, дешевелись быстрее. Уже в линию выстраивайтесь, нахуй, я вам говорю, как не сдохнуть, блядь. Сейчас будет поезда, с одного луча выпрыгните, с другого будете выпрыгивать. Будет, сука, этот, нахуй, как он называется? Ничего. Будут гейзеры, нахуй. Вот смотри, блядь, сразу сколько минус бичей, блядь. Бомжей просто, блядь. Лексион, дракон, мораль, вдруг, блядь, нахуй. Я в ахуе. Ну будем списывать это на то, что вы первый раз тут, блин. Хотя в чем я сомневаюсь. РДД, следующий гейзер на нас будет, готовимся. Так
так вообще не факт, нет? Факт. Они почти не чередуются. Сокрушающие милики. Вот, на нас уже были гейзеры, милики, следующий гейзер на вас. Не смейте сдохнуть там, вот. Сука. Скоро будет, милики, готовьтесь. Гейзеры на вас скоро будут. Под ноги смотрите там. Смотрите, чтобы справа, слева от вас были... были места, куда убежать. Вот гейзеры, милики. Только в нас не забегите, а то конфликт с вами. Так, РДДшники. Вот сейчас будет поезда. Выходим с поездов. Выходим еще раз. Ну, блядь, Эссалин, нахуй. Как дела? Кош, нажми, блядь, скинется, нет, дебаф? Нет. Не скидывается. Захиливаем быстрее себя. Пиздец, Эссалин, ты чё? Ты куда ушла, блядь, как в жопе мамонта? Хуёво. Видно, как в жопе мамонта умирает. Это вообще дичь. Ему отбежать надо от 7 стаков, мы нахуй умрем нахуй в 7 мире. Добивайте. Так, что там, где мой ревностный нахуй? Удар грома, это танковский. Блять. Урод, нахуй. Так, вот эту. Эту хуйню кому повезет, там вот 97 ролл кинул. Уит фури. Не, у меня есть уже такая хуйня. Следующий мир Алиса. Я бы шапу взял. Так, жезл. Мне кто-то говорил, жезл нужен, но, блядь, есть он в рейде сегодня, нет? Кто говорил, жезл нужен? Не, по-моему, нету. Кто-то мне говорил, блядь. Кому надо жезл ебаный? А, вон, пушистилок. Так, башка. С хостой. С хостой и еще с хостой. Духаст. Я бы взял. Духаст. Духаст. Да, Духаст бич. Так, забираем. Духаст бич, ебай, я понял. Звездобат, лунный огонь, у меня есть такая хуйня. Кому надо? Кто там сов делает? Бля, почему у шамана в классовой чарке такое говно, блядь? Вообще говно полное. Такая дерьмина, блядь. Так хочется пошутить, какой класс такие чарки. Вань, аспект выключи, пожалуйста. Это вот на кого? На кого вот это стапки? Ну, это элемовская чарка вообще, но типа, ну она дерьмина ебаная. Они ими не пользуются. Да. Хуйня ебаная, да? Я на распыл заберу, если не надо. Так, что там, удар грома, вары надо кому-то? Юные протовары. Кстати, Слав, вопрос по поводу распыл шмоток, блять, вот это все говна. Мы как бы шмотки пилятся, блять. А что по поводу чарок? По каких чарок? Ну, типа, если ГБ пылит шмотки, то, соответственно, блять, вся хуйня-то остается в ГБ. Ой, я вообще редко шмотки пылю. Вот, очень-очень редко. Из всех шмоток, которые, блять, я распылил, сука, ну не знаю, может, шмоток 20. Так что... А что ты хочешь? Эти кристаллы? Нет, я про то, что если все-таки мы ночной соберем сами... до конца, надо будет выделить человека, блядь. Если есть непосредственно тот, у кого чарки есть, у меня просто не все чарки есть. У меня там, не знаю, может, 2-3 чарки какие-то БКшные есть. На всех перцах раскиданы, блядь. Вот, если есть у кого-то прям чарки, что... И он может прям стать таким чарителем, типа, блядь, свитки эти создать. Можно закидывать ему эту хуйню. Кристаллы. Вот. Тогда сейчас я попробую одного человека сделать. Вот, к нам в гильдию. У него вообще практически все чарки, блядь. Кормим, что ли? Да, надо Санька, блядь, к нам забрать. Дайте, пожалуйста, каску по престам. Это первое. Второе. Ловить за боссом мобов. Ну, если вы не, будете не надо... дать, типа, все шмотки, типа, на распыл. Типа, он вам будет бесплатно все чарить, да? Ну, там же не только кристаллы и пыль нужна, там же разные. Ну, линии. Да, то есть он будет чарить бесплатно всем, кто в статике. То есть это... А кто ты говоришь, как у него ник? Это тоже... Корвин. Корвин, блядь.
Этот, этот Лексион, тебе не надо эту хуйню тапки на танка? Гене отдаю. Ну все, Гена, теперь ты будешь протоваром. Сейчас я добегу. Вот. Это заебись. Ой, то у тебя протвар уже хотя бы 80-й? Не, 10-й уровень. Пиздец. Че, думаешь, долго сделать? Быстрый старт беру всегда. По деньги. А, ты быстрый старт берешь? Ты думаешь, я буду качать, блядь? Не люблю качать. На нежить. Еще и сюда. Быстрый старт на нежить, в натуре, блядь. Там кто, орк или нежить? Нежить, нежить. Нежить. Я еще паладина скоро верну обратно, нахуй, нежить, нахуй. Хули вы думали? Перекоровку доебал. Да что-то коровка рулит. Где там дед нахуй? Бля, я вообще рад, что вы мне выбили этот. Как он называется, ебаный? Полонир? Запы на мишку вторые. Я надеюсь, мы в ВК больше не будем ходить? Будем. Почему, блядь? Мне еще триню надо. Еще, блядь, нихуя. А, у тебя альянсовская. Не расслабляемся, ебаный. Бля, я так надеялся, нахуй. Рыбку кушать. Мы в эту кухню больше не пойдем. Это, короче, вкратце тактика, блядь. Если кто ебланит, блядь, я хиляю нахуй. Так, дополнительный хил. Друид инвалид спекнулся, да? Короче, я хиляю. Я не знаю, нахуй, частицу на себя, нахуй, первое, блядь. Второе, с черного пола выходи, блядь. Все остальное, блядь, это... Вот тактика, блядь, значит, смотрите. Метки. Но когда вот уже больше половины босса хп снесем... Выносите влево-вправо, милики тоже лево-вправо, под боссом не наливайте вот эту хуйню, вот эту решетку оставьте свободную от бублей, которые будут там появляться у вас, проклятие древней залупы, нахуй там будет написано, блин, над головой у вас, ДБМ пишет, вот, выносите лево-право, ну, эти бесы на кого пойдут, эти с портала там, ну, похлопайте, только их не хлопайте, в луже не стойте, с лужи одновременно выходите, типа, вот, ну, и будет Гера, значит, а, Гера не будет спал, да и в рот ее ебать. Ну, этот Дед Мороз, ты знаешь, да, тут хуйню? Тут, короче, на 20-й секунде, на 20-й, 20-21-й секунду дается по тебе удар, который 15 метров вокруг тебя дамажит. Знаешь эту хуйню, да? Перед ней панцирь нажать, смекаешь, да? Вот, ну и дыхание будет примерно на... Да-да-да, этот самый дыхание примерно на 24-й секунде, ну и второе то ли на 40-й, то ли на 50-й, нахуй. По-моему, на 50-й, блядь. Вот. Ну, если мы до 50 секунд уже ебанем, больше половины хп, то будет заебись. Там, значит, по пристам у нас всего, блядь, а, вот у нас любящий ты, нахуй. Ну-ка, сейчас тебя в пати закину обратно. Вот так. Чтоб хоть тотем был. Первый. Короче, это мы первый прохилим, если первый не прохилится. Ну, Локи по похищению жизни кастуйте на дыхание, или койл кидайте. Шаманы все волну хотя бы одну дайте. Вот. По хантам особое внимание, они не хилятся, класс, не хилящиеся, особое внимание на них. Вот. Они жмут до так, Геру с пула. Да? Тёма, а что это такое? Это твой аршам, Тём? Если отражение срабатывает, то заебись. Короче, будет после 50% дыхания, которое первое будет, надо будет его прикрыть гимном. Это будет делать Аматерасу. А дальше Шалина по команде, я там подумаю, когда лучше. Но не люблю щиты на свое усмотрение. Оставь на или до бубликов, или, или после бубликов. Там посмотришь по хп-рейда. Ну и все, в принципе, проверка. Да, еще раз мне гимн надо будет. Я тебе скажу, короче, сам. Я тебе сам скажу, когда. Окей. А не Лерия. Все, все готовы для отчета. 5, 4, 3, 2, 1. Ты охуел, что ли, там так дамажит, нахуй? Че это за... Да. Хуя ты там, блядь? Хуя ты, блядь? Хуя себе, блядь? Вот дыхание прохиливаемся. И черное говно, выходим с черного говна. Вот вроде прохилим. Выходим еще раз с черного говна. Сейчас в центре будет черное говно. Выходим еще раз. Захилим быстрее. Выходим. 10%. До дыхания, наверное, успеем. Можно ПС-очку побрать с китома? Перекидал его. Да сейчас дыхание, походу, успеет. Успел дыхание, блять, хилимся. Похилил в сейвас немножко. Все, следующее, короче. Следующее дыхание, видишь же, да, как оно начинается? Вот на следующее ты будешь Аматерасу читать.
Вот, и смотрите, милики, под боссом с черного хуни выходим. И вот эти 1, 2, 3 над головой выйдите тоже. И выйдите с них, с бубликов выйдите, выйдите. Матерасу Шалины выйдите. Под боссом забейте сферу, зауешьте ее под боссом. Дыхание. Гимн ХП Матерасу. Пол ДД. Бублики вынесли. Анилерия, потеряшка. Шалина, Мирали, Селяночка. О, погружение, погружение. Заходим в эту хуйню. А теперь выходим. Боже. Ну, то не зашли, бомжи, блядь. Ну, лям добиваем. Да, неплохо. Так, что там? А что за прикол? Там опять вторая того ебанская чарка выпала. Что это за хуйня? Ну а чё, ну нормально, пойдет. Вот если бы мне не было на поясе другой чарки, я бы ее взял. Варов. Легко. Молоток, молоток надо кому-то. На распыл. Так, пояс с какой-то маной там, блять. Дух крит надо кому-то. Тело варовское. А, возьму в коллекцию. Там мне идти надо, короче, там возьмите кого-то. Давай. Иди. Можно мне поясок? Кому? Шалине. Думаю, вопросов нет. Можно поясок. Только ты поставь аддон потом. Блять, Просто как изменить войну? Включите женский голос. Ой, в наш бред приходили девочки поговорить, блин. Это... Насти мало. Чего? Насти мало. Насти мало. Да. Да. Мало. Там вообще молчат. Две девчонки приходят, вот Ляночка третья. И все молчат, блядь. Так. А с тобой о чем говорить? О дикпиках? Понял, блядь. О, я бы взял, блядь, наруч. Так. Ну тут кроме тебя, ой, блядь, еще раз. Кроме тебя, по-моему, никому не надо это говно. Че это вообще? На Элема или это что? Это на Элема, да. Буду собирать потихонечку. А эту чарку не надо на Элема. Это бабе сказал? Не, ну, да, да, да. Так, и, короче... Я потом поменяю. Грудак смерти разложения, нахуй. На танк ДК надо? Что у нас по времени? Ну, час остается. Не знаю, идти в РС-ку, нет, как думаете? Мораль закинул. Да, можно просто потратить, посмотреть, как люди будут выходить с кометы и, соответственно, как будут заливать трэш. Просто вот это очень важно, блядь, на самом деле. Даже если не убьем, хотя бы посмотрим, ну, да. Как у людей вообще соображалка. Я, блядь, на груле уже посмотрел, нахуй. Ну, спасибо, блядь, трэш блядь. Убивать все-таки проще. Да, если его не выдержат. Ты знаешь, ты там долго-то не будет. Ты, по сути дела, вот пришел, да, блядь, ебаная комета и шотнула полурейда, ушел, все. То есть полурейда умерла, блядь, понятно, что долбоёбы. Нет никакой разницы. Пошли на собаку. Ну так же оставайся в хиле, друид, инвалид. Или ты что, в сову прыгнул, что ли? Я спеклась. А то там, блядь, хилы такие, сейчас они, блядь, подохнут еще. Ну, по крайней мере, я хиляю вас. Не собирался подохнуть сейчас. Короче, смотри, это, три вещи надо делать на боссе. Первое, блядь, выносить метки, череп, крест появляется над головой, блядь, они будут появляться, ДБМ ставит. Метки выносим на край к стене. Второе, блядь, зеленый кружок под боссом каст, отбегаем от босса, из зеленого кружка просто убегаем. Это милики, это к вам. И третье, блядь, будет мозг оставать глубинный ужас, страх или какую-то залупу там, блядь. Просто отвернуться от босса надо. Спиной к боссу встать. Спиной, не ебалом, а спиной, нахуй. И даже когда вы носите метки, тоже эту хуйню он кастует, на босса смотрите, блядь. Это, что он кастует. И даже если вы метку носите, спиной к нему поворачиваетесь и прыгаете там, блядь. Все, и четвертое, нахуй, это диспел. Про диспел магического говна, блять. Магическое говно диспелить могут присты и паладины. Вот. Значит, Аматерасу, Шалина, не люблю щиты. Не люблю щиты, один раз дал, дальше не заморачивайся. Это Аматерасу, Шалина, да диспелите. Вот Лингрен там еще с танка. До танка могут не дотягиваться иногда. Да. Ну и все. Проверка. А шо, блять? Вот так вот дают. Это еще ретрики не хилили флешками.
Повезло, да? Пацанам. Конечно. Мне больше всего хвост босса напрягает, потому что ему руку укоротить как-то его, блядь. Возьми ножницы. Так знаете, вот эти собаки с короткими хвостами, блядь. Я бы ебанул ему модельку, блядь, поменял. Отвернулись. О, нахуй, Миралиса, как дела? О, нихуя. Как дела дракона, Солин, блядь? Что, блядь? Из зеленого говна никак, да? С шаманов резали. Лапку дал. Просто. Лучше еще, конечно, уебищной анимации. Да, он какой-то придумал, нахуй. Нет, чтобы, блядь... А, алло, кто там с меткой? Беги! Вышли! Отвернулись. Вы умрете. Все в луну зайдите. Лексион, ну что у тебя? Ну зеленая хуйня же под боссом. И все, каждую секунду надо говорить, что происходит. Отведи босса подальше. Отвернулись. Эхиля, как дела у тебя? Череп крест выносит. Да я повернулся, чтобы джагу дать. Отбежали милики. Ну три уже лежат, хули уже вам говорить, уже научились, наверное. Ну, паревит. Не с дисплея сгорел, блядь, или в лужу сгорел. Метки выносим. Че там, блядь, с той стороны хоть посвободнее. Отвернулись. Вы. Потеряшка, как дела? Отбежали. Метки выносит, под боссом стоишь прям, сука. Отвернулись. Вы... МВДРУ, блядь. Литр пива, блядь, DMX, нахуй. Хуя вы, блядь. Это трудная хуйня, наверное, отворачиваться от босса, да? Метки выносим. Отбегаем. Носим метки. Отвернулись. Чуть фир сам не словил. Прикинь, если бы я сам себя хуесосил. Ой, это чё за хуйня? Это шиза. Это шиза. Отбегаем, милики. Метки выносим. Нихуя. Да, я умер. Нет. Отвернулись. Ресу не люблю щиты, блядь. Сразу вставай, блядь. Быстро хилю тебя. Дал иннер, блядь. Даю лапку, блядь. Щитуй быстрее. Метки выносим. Хилимся. Отведи босса куда-нибудь там в угол, блядь. И выйдите, ну... Пиздец, ебать. Залупа какая-то, блядь. Где вы тактику видели с двух сторон от босса стоять, нахуй? Куда он такое придумал? Как где? Когда в середине разливается лужа, куда еще бежать? Вы... Ну да, все разбежались по разным. Залупа ебаная, нахуй. Мне еще не хватало, чтобы вы сейчас на двух лямах упали, нахуй. Не бишь ты, блядь, фир словил, нахуй, бомж. Я перебегал на другую сторону. Ну бомж хули. Слав, если честно, тактика у тебя тоже пиздец какая. У меня хуйня, блядь. У меня охуенная тактика, блядь. Это когда люди нахуй не выбегают, тактика любая хуйня будет, вообще любая. Я, блядь, играл, я играл по кругу, тактика, и тактика босс в центре, нахуй.
босс в центре ты выносишь просто вот лево, право, вон с углов начинаешь. Можно я немножко спрошу? Вот смотри, вот как обычно я делаю. То есть я 25-ки собирал, 10-ки мы стартуем, блядь, с угла, идем против часовой. Я знаю, стрелки, я по часовой, я знаю такую хуйню. Ну а типа, блядь, а босс все так же в центре стоит. То есть хотя бы РДД не будут путаться. Мы разлили, перешли, разлили, перешли. И никто не путался. Просто я селяю, стоял на месте, когда метки были, и все. Какие проблемы? В разные стороны разбегались. К нам не было метки, если бы. Была. Ну кому-то рассказал. Все, на ловико или и на тебя? Это самое... Подождите, вот вы это... Это, не покидайте. Тихо, дайте, блядь, раздам это самое шмотки, потом уже попиздим. Вот это говно надо кому-то, этот меч, нахуй. Меч, перчатки на хэпала там с СПД, блядь, дополнительным. Так, меч гиена, блядь, сегодня ты про товары собрал, блядь. Перчатки на хэпала. Хуйня, конечно, полная, блядь, с СПД. Кольчуга, грудак, хастым по 5, сила прилива, блядь. Вот. Тебе, по-моему, надо было на шем, да, эту хуйню? Мне надо было. Тебе слава такой же нужен был? А это так. Ну, не, я не помню у меня на чем. У меня такая чарка есть, у меня лужи нету. И, короче, две головы, одна с критом, а одна с омоложением. Кто у нас сердрушники? У кого? Димикс, у тебя есть такая хуйня? Вон, мне Димикс, нужна, там баф хороший у нее. Вот, и ту, и другую, на, короче, там будешь менять их, блядь. А с критом что, тебе не надо? Или с чаркой тебе только отдать? Или с критом тоже тебе надо? Критом можно взять на успех. Так, я вот думаю, тебе отдать или вдруг тогда, хуй знает. Если ему надо, пусть забирает. Вдруг надо тебе, нет? На сову. Алло. Ладно, тебе закину, если надо, напишет тебе. Так, этот самый, сейчас я подам. Вы куда там поливали? Что там духа людей поливало? ИП не надо, что ли, ничего? Алло, нахуй. Алло, нахуй. Димикс, тебе нужно столько шапочек? Он, дай ему обмен. Неси ему не к спеху. Так, ну все, и поднял. Так, ну полетели в этот РС-ку. Какая у вас РС-ка? Обычная? Минус 4. Гера.